будівельника, захисник нашої команди Максим Луценко. Макс, що скажеш по цьому матчу, за рахунок чого вам вдалося перемогти? Добрый вечер. Я для начала хочу поздравить команду и болельщиков с победой. Очень важна для нас победа, мы настраивались. Большое спасибо сказать за то, что приходят люди. Ну, нам очень приятно, то, что приходят столько людей. И надеемся, что в дальнейшем будет только больше. По игре настраивались, прежде всего, от защиты. И радует то, что 27 передач на команду. То есть никто не перетягивал на себя. Пусть мы играли эта команда. И задача была на игру, прежде всего, сыграть под защиту. Я думаю, у нас, в принципе, получилось. Начало чемпионата, впереди еще длинный чемпионат, и будем настраиваться на победу в каждом матче. Питання до Макса будуть? Да, если можно, Максим, после матча с Химиком была разговор, зрозуміло, трошки. Да, было. Все хотелось, мабуть, сделать всю игру, забыть и показать, что вы. Да, был, конечно, у нас, ну, как бы, состоялся с тренером и с командой диалог. Ну, то, что там у нас было, это останется и развивать. Мы вышли, настроились как бы на игру. Прежде всего, от защиты, потому что чемпионат нет таких там явных. И любая команда может выиграть каждую, ну, чемпионат как бы интересный. Поэтому настраиваться нужно на каждого. Нет слабых и команд, там, проиграли, а выиграли там у фаворита. Там. Поэтому нет таких. Мы настраиваемся на каждый матч, на победу, в принципе. Дякую, Максим. Спасибо. Будь ласка, спробуйте.